Мы находимся в городе Ростове-на-Дону. Это исторические вообще места, как таковой город, это край донских казаков. Это непосредственно станица Александровская, это историческая станица, она основана в 1777 году. Мы также занимаемся с молодежью, выезжаем на всевозможные соревнования, такие как шермицы, где мы выступаем по национальным видам спорта. Это рубка лозы, это джигитовка, кинжальный бой. Занимаемся также мы боксом, рукопашным боем. По боксу мы не профессионалы, как любители мы выступаем достаточно на хорошем уровне. И по Ростову нас, как казаков, знают, что станица Александровская, а это хорошие, достойные боксеры. Казах – это состояние души. Казачество – это наше братство. Мы все братья, мы друг другу помогаем. То есть это как одна большая семья. Казаки – это братья, они все братья. У нас нет там, мы никак не из разных семей. Мы когда приходим, мы одна семья здесь. Ну, казаки – это одно целое. Один за всех и все за одного, как говорится. Казак без веры – это не казак. У нас с верой, вера – это на первом месте, так же, как и семья. Наше казачье общество занимается уже давно, довольно-таки давно военно-патриотической подготовкой. Значит, целью нашей программы это воспитание наших детей в традициях наших предков, то есть донских казаков. На занятиях мы занимаемся строевая подготовка, это как обязательный элемент дисциплины. Далее у нас проводится оружие, занятия с холодным оружием, то есть это умение владеть шашкой, также традиционное владение нагайкой. Мои прадед, дед и отец мой были все время в казачестве. И когда началось наше казачество в 1990 году, то мы опять пошли в казачество. И продолжаем свою деятельность казачества. Мы помогаем молодежи, помогаем. Мы помогаем местным жителям. Какие-то решаем вопросы, помогаем, которые не могут. Мы, короче, возродились и будем как свою станицу всегда держать и поддерживать в своем духе, в своем роде.